Игорь Анатольевич, скоро важные матчи, отборочные турниры чемпионата мира. Как проходит подготовка? Не так много дней, как хотелось бы. Мы 18 числа собрались, дали тесты. 18 провели одну из тренировок, учитывая, что 16 был тур. И вот получается вчерашний день и сегодняшний. Это вся подготовка. Но для нас уже не так страшно это, да, уже как бы воспринимаются те принципы игры, на которых хотим, чтобы она строилась, воспринимаются действия, девочки имеют представление, стараются это выполнить. В целом все в штатном режиме. Одни девочки приехали после чемпионства своего клуба, другие приехали после проигрыша кубка. Удается ли привести всех в одно состояние к одному знаменателю? Естественно, это состояние, что разница в настроении чувствовалась. Но сегодня нет. Сегодня уже думаем о завтрашней игре. Ну, где-то со вчерашнего дня уже эти изменения, что клубные дела – это клубные дела, а есть игры сборной. Поле Химки натуральное. Как вам поле, как условия и почему было принято решение сыграть в натуральном поле? Мы вообще стремимся, чтобы девочки как можно больше времени играли на больших стадионах. А натуральное поле, мы этот отбор начали играть на натуральных полях, на Евро играть на натуральных полях. Поэтому, исходя из того, что Химки находятся рядом с Новогорском, это база Министерства спорта, нам созданы там хорошие условия для работы и расстояние, и определили то, что мы играем в Химки. Что скажете о сопернике? Очень интересная команда. Отыграться с 0-2 с Боснией, да? Да, они уступили с большим счетом 0-7, но 5 голов пропустили со стандартных положений. То есть с игры не так много пропускает команда, очень характером команда. Такая не боится, играет смелый футбол, в основном комбинационный стиль. Есть опытные игроки, 37, 32, 20 реальных защитника по 30 лет. И есть и молодые, как нападающие 20-летние. В целом это... Волей календаря получилось так, что с каждой игрой повышается уровень соперника. С уважением относимся и к тем соперникам, с которыми уже сыграли. Но это матч. Это матч, матч отбора на чемпионат мира, где необходима победа и не терять шансы на попадание в финальную стадию.